Добрый день, дорогие друзья! Людмила и Владимир Самородские желают вам счастливого нового 2021 года. Года прекрасного, как прекрасное сооружение наших предков. Мы сейчас у вас находимся в Царицыно. Представляете, какие потрясающие архитектурные шедевры сделали наши предки. Почему мы не можем продолжить эти традиции и создать еще больше, лучше на планете Земля, на Марсе, на Луне, на других. Главное, чтобы наша цивилизация жила в мире, добре, созидании, строительстве, открытии новых, потрясающих, важных, нужных для каждого человека, чтобы мы любили друг друга, наших соседей, наших друзей, да наших врагов в том числе. Они все, да, говорят правду, враги о нас. Поэтому надо быть толерантным, доброжелательным, видеть прекрасное. А если недостатки, они только помогают нам преодолеть их и превратить их в наше достоинство, как сделал Баженов, потом Казаков, Екатерина II и многие другие. Плохо-то не было бы. С новым счастливым Новым годом. Прекрасное настроение 2 января 2021 года. Что надо сказать, дорогая Людмилка? С Новым годом! Счастливого Нового года! Отличного настроения, подписан на канал Топ Сад. Мы рады новым открытиям, которые обязательно будут у вас, у нас. И полная чаша изобилия каждого дома не пройдет мимо нас. Удачи!